На протяжении тысячелетия появлялось много сильных воинов. Но века смертельных битв начали негативно сказываться на королевствах. Наконец была достигнута критическая точка. Было сделано предсказание, что однажды воинов станет очень много, и они станут слишком сильными. Если это оставить без внимания, их усугубляющиеся битвы послабят королевство и принесут с собой апокалипсис. Старшие боги потребовали принять все меры защиты, чтобы избежать полного разрушения. Кто-то воспользуется жаждой крови воинов. Как бабочки на пламя, они будут сходиться на битву, на вершине разрушения. Альянсы будут разрушены. И всплывут старые ненависти. Наконец-то наступило время последней битвы. Армагеддон начался.
Все сделано. Тавин и Дайгин спрятались. Драконы, Орин и Каро будут на их стороне. Думаю, они будут в безопасности в пещерах. Я надеюсь, что Шао Кан не заинтересован в Эрзлирме. Вряд ли. Его внимание сосредоточено на единении. Пирамида закончена. Ты уверена, что битва пройдет именно здесь, Делия? Да, я послала Блейза следить за реальностями. Когда время придет, он даст знак драконам, и они начнут выполнять задание. Мы делаем все правильно, Аргус. Твои взгляды отвергают другой путь развития. Приход могущественных воинов, искажение турнира Mortal Kombat. Цепь событий, которую ты предсказываешь, приведет к уничтожению нас всех. С этими воинами необходимо сразиться и победить их. Я говорю о Тавине и Дайгоне. Их нужно запутать. Мы можем доверять только нашим сынам. Более того, они докажут свою силу перед старшими богами. Они принесут славу Эдене. И для тебя, если они выживут. Мы хорошо их снабдили. И Монолит отточит их умения. Это необходимо сделать. Дайгин и Тавин останутся пока в неведении. Когда они все узнают, они начнут спасать реальность Армагеддона. Пускай старшие боги будут с нами. Тавин, хорошо, что ты пробудился. Не переживай, к тебе скоро вернется сила. Орин? Что случилось? Вы были в каменной броне, чтобы вы не получили повреждений до того, как я должен был вас разбудить. Ты больше не в Эдене, Тавин. Ты в Эрзлиме. Я не понимаю, почему я в Эрзлиме? Твой отец приготовил для тебя ответственное задание здесь. Твой брат Дайгон также в этом задействован. Насколько я правильно понимаю, это задание между вами. Соревнование? Последнее, что я помню, Дайгон и я были вызваны в тронный зал отца, и... И вас обоих там лишили сознания. Я не знаю всех деталей этого задания. Я должен был только спрятать вас в Эрзлиме и разбудить вас, когда наступит необходимое время. И это время пришло. Нет. Это все очень странно. Где мой отец? Я хочу с ним поговорить. Я вас отправлю в этот храм. Найдите главную гробницу и положите свою руку на алтарь. Ваш отец поговорит с вами там и даст вам необходимое оружие. Нет сомнения в том, что твой брат был пробужден Каро и также отправлен туда. Зачем мне нужно оружие? Ну ладно, Орин. Показывай дорогу. Эта карта приведет к храму моего отца. Нужно искать спрятанные сундуки.
А ты еще кто? Я Кобра. Никто не может пересечь мост. Никто. Посмотрим. Кобра, я только что получила сигнал от Каббала. Нападение началось. Если ты не член клана Черного Дракона, мне придется покончить с тобой здесь. Первый раунд. Сражайся. Второй раунд. Сражайся. Что это? Тавин, положи свою руку на монолит. Отец? Где я? Это тренировочная зона. Отец, это ты? Нет, Тавин. Я всего лишь отражение твоего отца. Я должен дать тебе навыки, чтобы ты смог выполнить задание. Скажи, что это все значит? Ты найдешь свои ответы в храме. Этот монолит был создан для улучшения твоих боевых навыков. В этой реальности есть еще такие же монолиты. Их может активировать твой брат или ты сам. Тогда давай начнем твою тренировку. Thank you.
раунд, сражайся! Сражайся! Я был внутри монолита? Как это возможно? Наверное, отец объяснит мне, когда я найду его в храме. Похоже, это очень интересно.
We'll be right back.